X-400, совершивший нападение на владельца в пригороде Детройта, так и не пойман. Судя по всему, после короткого столкновения полиция потеряла след. Информацию об андроиде... Конфликт вокруг Арктики сегодня вышел на новый уровень. Сообщается, что боевая подлодка Йова, патрулировавшая территориальные воды в регионе, неизвестным образом исчезла после выхода на поверхность для ремонта. Президент Уоррен немедленно собрала высшие чины армии. Сильный снегопад в Детройте будет продолжаться всю ночь. Температура воздуха минус 5 градусов, что существенно ниже нормы. Холодный фронт продержится еще несколько дней, вплоть до вечера понедельника. А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Там. Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Thank you.
Берегись! Опасность всегда подкрадывается незаметно. Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я. Ну вот. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Алиса? А у нас когда-нибудь так будет? Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но
мы можем устроить все по-своему и тоже быть счастливыми. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Засыпай, Алиса. Сладких снов. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка про рыцаря? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... она знала, что не может. И она встретила машину. Она была так же одинока, как и девочка. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... они были такие храбрые, что все преодолели. По пути они встретили... доброго великана, который их защищал. А чем все кончилось? А конец истории мы напишем сами. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Снег все идет? Нам завтра далеко идти. Лучше выйти пораньше, чтобы никому не попасться. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Кэра, ты не видишь странностей у Алисы? Каких это странностей?
что вам надо! Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, стоит ли нам. Вряд ли у тебя есть выбор. Пойдем, Кэра. Пожалуйста. Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу? Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. Входите.
Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Тебе надо поспать. Отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Может, они просто боятся? Люди всегда боятся того, чего не знают. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Ненавидеть иногда легче, чем поговорить. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Засыпай, Алиса. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи. И завтра станешь сильнее меня. Я с ней побуду. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, Девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла.
Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Помогать андроидам опасно. Зачем вы рискуете? Когда первый пришел в том году, он был как ребенок потерянный. Мы его тут прятали, но он все смотрел в сторону границы. Его пристрелили на месте. В общем, когда пришел следующий, я решила, этого спасло. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке, а зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу, помогите нам. Скорее подойди! Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Алиса, что ты делаешь? Тебе надо спать? Я не хочу спать. Ничего. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да, в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет! Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин? Они не машины! Они живые! Я живой, ты живая, а они... Они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься. Замолчи сейчас же! Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик.
Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Вся страна пребывает в шоке после нападения андроидов на Детройтскую телебашню. Машины пустили в эфир видеообращение, содержащее ни много ни мало требования андроидов ко всему человечеству. Пока не ясно, идет ли речь о каком-то программном сбое или за этим стоит какая-то организация. Пока в Киберлайф не дают комментариев, но мы надеемся узнать больше в ближайшие... Скорее бы Роуз вернулась. Кайра, мне надо тебе кое-что сказать. Насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Надо открывать! Я знал, что этим кончится. Я же знал! Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. В доме еще кто-то есть? Там еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Черт! Стоять! Нет, Лютер! Вам придется закончить путь без меня. Лютер!
Вы приготовьтесь. Уходим сегодня.